Всем привет! Сегодняшнее видео будет скорее информативное. Тут я хочу показать, как запускается тепло, как запускается вода в батарее. То есть обычный человек думает, оп, включили батарею, там может какой-то тумблер включили и все. Но на самом деле определенные люди ходят по чердакам, по подвалам, и этот процесс может затянуться не на один день. Для того, чтобы запустить тепло, включается подача, от давления выходит воздух потом с батарей, он выходит вот такие резервуары на каждом стояке, и потом выпускается воздух. Чтобы через обратку выгнать его, в подачу не загнать его, осторожно не взять. Дальше, когда выходит вода, перекрываем. И таким образом воздух не попадает обратно по кругу в батареи назад. Когда люди меняли батареи, набралось в систему воздуха, и периодически оно под верхние точки подходит, и в этих бачках собирается. Если его не выпускать, воздух затягивает в систему, и потом батареи холодные. И нужно прокачивать всю систему, выпускать воздух, выгонять из каждого стояка, там где зашел воздух. Мы только что здесь выпустили воздух, и уже опять тут набрался воздух. Вот тут мы уже только что выпускали воздух, но, скорее всего, он уже опять набрался. Все. Идем к следующему бачку. Все, потом еще раз надо будет спустить. Дальше, когда воздух на чердаке выпустили, снизу открываем обратку, и уже замыкается круг с остальными домами через бойлерную. Вот, и все равно потом оттуда гонит воздух. Еще на протяжении нескольких дней будет выгонять где-то какие-то немного воздуха, и оно здесь собирается. Если не уследить тут, не спустить воздух, то оно его гонит опять к людям в батареи, там где-то создаются воздушные пробки, и пропадает отопление. Наверняка многие из вас замечали, особенно в старых домах, иногда бывает одна батарея холодная, а в другой комнате теплая. Так вот, это значит, что в этот стояк, где холодная, попал где-то воздух, забилась система, и вода не может циркулировать. Нужно, чтобы кто-то сверху пошел, выпустил воздух. Если уже по батареям пошло, то прогоняется система по кругу. Ну, то есть вот такой вот небольшой геморрой. То есть, если кто не знал, то вот так вот это все происходит.